Всем привет! Сегодня я покажу, как легко и быстро можно отварить пельмени в посуде АМЦ. В холодную емкость я добавила одну луковицу, два лавровых листа, посолила. Если вы хотите сделать это с бульоном, то можно добавить овощной бульон. Плиту включаем на программу 6, это полная мощность нашей плиты. Одеваем сторож и выставляем программу морковка. Сигнал, выключаем сторож. Вода наша закипела, и теперь кидаем свеженалепленные пельмени в горячую воду. Хорошо мешаем. Закрываем крышкой и ставим программу «Морковка». Сигнал. Выключаем сторож. Еще раз хорошо мешаем. Закрываем крышкой. Выключаем плиту на ноль. Выкручиваем визиотерм и даем постоять на выключенной плите 10 минут. На стороже можно засекать время. Я нажимаю на плюсик 2 раза, высвечивается 10 минут. Нажимаю на серединку, высвечивается колокольчик. Это наш таймер. Через 10 минут сторож пропищит, и пельмени будут готовы. Прошло 10 минут. Выключаем сторож. Включаем визиотерм. Пельмени готовы. Подавать можно пельмени с бульоном, либо со сметаной, с майонезом или со сливочным маслом. Всем приятного аппетита!